Наша таверна сгорела. У нас новое место для жизни. Попробуем выживать. Помчали. Дамы и господа, всем привет. Рад вас видеть в новой серии прохождения Crossroads Inn. Как вы помните, в прошлой серии у нас сгорела таверна, мы переехали в новое место, и нам нужно поговорить с ростовщиком, чтобы взять кредит. Только где его найти, я немножко не понял. Задание. Давайте поищем ростовщика. Ростовщик. Мне, по-моему, говорили, что-то к чему-то там обратиться, в здание какое-то. А что именно, я их хреном знаю. Где это задание-то? Книжки. Взять в банке займ. Мартин отметил на карте расположение ближайшего банка. Отправляйтесь сюда и возьмите займ. Возьмите столько, сколько можете. Ваша таверна должна быть великой. Следить. Так, а на карте, значит, да? На карте, он говорит. На карте банк. Так. И где банк? Восточный аванпост. Перепутье. Да ё-моё. А где на карте-то? Ну что я такой тупой-то сегодня, а? Ну, пожалуйста, дайте мне найти на карте. Где мне найти-то это, а? На карте он нашел, указал. Где ты нажал, указал? Чё ты? Чё это такое? Восточный аванпост. Фермы. Северный Рокбери. Нет, где банк-то? Где чертов банк? Сроудсин, так. В смысле, таверна 69, наше все. Еще будут они опять менять название. Задолбали уже, а? Сколько можно-то вообще вот этим заниматься-то? Вот это все не... Еще и мне и навыки сбило? Нормально. Классная игра, классная. Все, мне все позбивали. Будем искать сейчас банк. Будем сейчас искать банк, не переключайтесь, скоро увидимся, потому что я, видимо, тут надолго залип. Для вас ничего не прошло, для меня прошло минут 15. Я причем даже в Google пошел гуглить, потому что я обыскался вообще все как можно, облазил. В итоге, чтобы вы понимали, вот так вот выглядит заем в банке. Это нужно прилететь вот конкретно к месту, чтобы оно подписалось. И там можно взять займ. Так. Выберите нужную сумму в Йорвельском займе. Соответственно, ваш долг 22... Нам нужно 20-ку брать, я думаю, потому что иначе будет жопа. Берем 20-ку и возвращаемся в стройку. Кошмар. 15 минут убил на эту ерунду. Спасибо, игра, спасибо. Ну что же, начинаем строить, да? Нам нужно сделать красивую таверну. Я бы, знаете, что хотел сделать? Я бы хотел сделать ее двойную. Сначала, собственно, где-то здесь производство, где-то бухаем, да, а потом превратить это в букву П, вот в такую вот примерно. Поэтому будем вначале отыгрывать что-то вот в таком духе. И знаете еще, я не понимаю, можно ли вот эту дорожку, допустим, продлевать? Как этим заниматься? Или вот эта дорожка, это вот только, ну, только так и никак иначе? Интересно. Главный зал... Пустая комната, кухня, кладовая, комната работников, игровая, личная комната, гостевая комната. Так, пустая комната. Важный элемент любой таверны, поскольку она соединяет отдельные комнаты. С ее помощью вы можете улизнуть из комнаты любовницы поутру. Ага. Короче, это чисто межкомнатные двери. Ну, не двери, а перегородки. Ну что, главный зал. Допустим, мы хотим вот так вот сделать... Главный зал. 300, 300, 300, 300, 300. Ну, допустим. Ну, примерно так. Так, и нам нужна кухня. Кухня. Не слишком ли маленькое место? Ну, не слишком ли плотно тут все сидит? Как вы считаете? Хотя попробуем так.
Попробуем так. И вот нам нужно межкомнатную, вот такую, да, получается, да. Соответственно, на кухню не попадают непосредственные пользователи нашей таверны. Вот. Нам нужны, соответственно, двери. Где у нас двери? Двери, они все одной цены, поэтому будем выбирать какой-нибудь уже дизайн. А какой нам нравится дизайн? Я не знаю, какой нам нравится дизайн. Это нормальный дизайн? А вот этот нормальный дизайн? Ну, не знаю, нет. Надо же что-нибудь такое сочное. Ты сочная? Да не совсем. А ты сочная? Не, знаете, не с двери начнем. Начнем с обивки. Тогда мы подберем быстрее дверь. Чё мы хотим? Мы хотим уютную таверну или какую-нибудь гангстерскую? Допустим, такое. Нет, ну это вообще дичь, конечно, дичь. А вот такое? Ну, понятно. Это я не могу отменять непосредственно покраску. Какой же цвет-то взять было? А? Грязно. Грязно, нет? Сейчас я залипну опять в эти дизайны. Что же, есть тут что-нибудь модное такое, хорошенькое, качественное? Ну, пожалуйста, игра, дай что-нибудь хорошенькое. А что ты мне дашь? Ты ни черта мне не дашь, да? Шляпа. Слишком просто. Да. 14545. 5 кусков улетело просто в трубу. Интересно. В общем, я потратил всего-навсего 8 тысяч, чтобы построить нечто вот такое. Пока, я думаю, хватит. Это, соответственно, клиенты заходят сюда, здесь будет тусить, а вся кухня и закрытые помещения будут на этой стороне. Посмотрим, как это вообще по трафику, как это будет мешать, не мешать. Если что, что-нибудь доперестроим. Поэтому давайте сейчас накинемся на мебель. Начнем мы, естественно, с самого дешманского. Потому что по-другому нам здесь и быть не может. Клиентов мы будем принимать... кстати, а дверь нельзя развернуть? А то у нас проблема, Ватсон. Сейчас. Я вот только сейчас обратил внимание, что у нас может быть проблема... повернуть ее нельзя? Ё-моё. А повернуть тебе нельзя? Чёрт. Как тебя повернуть? Двери, короче, не повернуть. Блин, так тут хорошо так заходит, но они же будут постоянно мешать или не будут мешать. Ладно, попробуем так. Чё, нам терять-то нечего, правильно? Где там мебель? Где там разливная бочка? Винная бочка для вина, бочка для хранения множества вещей. Маленькая, также называем великолепной кружкой. Нет, это не то. Вот это, по-моему, винная бочка 2. Сделано из хорошей древесины. Что ты там делаешь? Быстро. Этот объект заметно быстрее использован, чем другие. Так, а у тебя есть негатив, да? Непрочный. Опасный. А если вот так вот? Попробуем. Ладно, все, занимаемся расстановкой быстренько мебели. Насколько у нас тут всего хватит? Понятия не имею. Сейчас будем смотреть. Итак, друзья, я завершил свою первую версию таверны. Вот что у меня получилось. Собственно, ничего особенного. Я потратил очень много денег, естественно, на это. Но ничего особенного. Я надеюсь, вот это прокатит. Чисто для того, чтобы побыстрее начать окупать таверну, скажем так. Естественно, это не очень-то красиво смотрится, но более эффективно должно работать. Здесь я еще попробовал поставить несколько бочек. Посмотрим, как это будет работать, я не знаю. Вообще, мне дали полную свободу действий первый раз, поэтому я только сейчас буду по факту учиться, как это все работает, взаимодействует. Вот такая кухонка. Здесь пока вообще ничего особенного, здесь больше подсклады. И непосредственно склад, который
на доставку товаров работает, он вот здесь далеко хранится. Поэтому посмотрим, как это будет все взаимодействовать по такой схеме. Так, у меня звезда есть. Займ в банке. Известность растет. Выплатить долг банку. Не, это рановато. Стройка началась, да? И пока началась стройка, мне нужно нанять персонал. Так, работники пошли. Труженик, да, кухарка, оплата 45. Что ты умеешь? Ты умеешь ленивая? Нет, ты у нас бездельник. Нет, ну еще и за 45. А ты что умеешь? Убедительность и стойкость. Самуэла, возможно, мы возьмем тебя. Храбрость этого работника не запугать. Это нам не нужно. Тормознутость, нет. Ой, здесь все черты открыты. Угрюмость. Сплетничество. О, подождите, он хорошо. С всех слухов. Это неплохо. Его можно чисто ради слов. Блин, он 64 стоит. 64. Жадность. А, нет. Трудолюбие. Блин, он 64 монеты, вы поймите. За труженика. Но он сплетни будет хорошо собирать, да? А если мы его сейчас именно как раз на переноску поставим и урежем у него задачи остальные? Может быть так? Пьяница, жадность. Блин, да тут все чушь. Это вообще громила. Громила, нам сейчас громила не нужна. Нет, громила нам сейчас точно не нужны. Черты, кухарь. И он, его бы на готовку, короче. Давайте вот так сделаем. Мы его возьмем на готовку. Сейчас я объясню. Где он? Мы возьмем его, смотрите, готовка высокая и... так. Ну, хорошо, вот так вот, короче. Готовку и кухню, допустим. Пусть он прям постоянно готовит. Что нам еще нужно? Нам нужно... чернорабочего нужно. Ты что у нас? Пьяница. Стойкий. Верный. О, все открыто, черты. Хаотичность. Вы никогда не знаете, чего ждать от этого работника. Ленивый. Тормознутый и куряга. Чернорабочего берем адекватного. Конечно, это будет сейчас жрать ресурсы. Я понимаю, ребят, я понимаю. Но я хочу, чтобы все было по красоте. Так, тебе настраиваем следующие параметры. Ношение высоко, плотничество все на высоко, уборку на низком, кухня на выключен, ручной труд на высоко. Ты чисто у нас рабочий. Рабочий, рабочий. А что нам нужно еще? Нам нужно по факту бармена, да? Официант, кухарку. Или нет, подождите. Кухарь. Это тот, кто готовит, а это вот это кто разносит, да? Да. Нам нужно официантку. Официантку нам нужно. Лень, бездельник. Убедительная и стойкая. Берем убедительную и стойкую. Ты мне уже нравишься. Где она? Так, уборка будет. Официантка высокая, низкая комната, сплетни высокая, трактирчик высокая. Упор на скорость. Вот так вот чуть-чуть поставим тебе. Духа. А ты у нас упор будешь, знаешь, на что? Качество. А ты будешь у нас упор на вообще скорость. Однозначно скорость. Ну что же, поехали. Строим свой таверна 69. Ну, говорят, что счастье за деньги не купишь, но с деньгами все равно как-то получше будет. Так что давай за работу, парень. Пора нам построить будущую знаменитую таверну Перепутье. Ну что ж, хорошо, с чем мне начать? Пха, ты же и так знаешь все о том, как строить таверну, мой мальчик, а потом ты всегда можешь заглянуть в заметки трактирщика. Да я как бы... Та-та-та-та-та, у меня уже все нормально. Знаете, пока они тут тусят, нам нужно сразу раздобыть где-то максимально близко поставки винишка, ну, бухлишка, чтобы мы прямо сейчас уже начали этим вопросом
задумываться. А что у нас есть тут? Так, вот, винишко, да? В этом влиянии, в этом городе, да? А чё? Ага. Так, а в перепутье чем мы можем торговать? Вино 98. А, ну давайте закупаем. Нет, бобовый мы не берем. Мы сейчас первую партию вина должны. И лагерь есть еще, слушайте. А вино-то для кого там, кстати? Вино же это, по-моему, для этих. Для любителей быть побогаче. Давайте лагеря возьмем. Тарелок. Все остальное пока не берем. Воды немножко, древесины. И тысячу. Поехали. Пусть к нам отправляется повозочка, а мы пока строим. А, кстати, а можно ли ему задать? О, ему можно изменить задачу тоже. Ты у нас будешь трактирщиком, сплетником. Ношение тоже на высоко. Уборку нафиг, кухню меньше. Вот так вот поставим. И можно... Чё, нам можно открываться? Чё б нет-то, да? Чё тратить время, которого у нас мало? Я хочу посмотреть вообще, как на логистику. Работает ли здесь у меня то, что я задумал, или нет? Официанты убирают. Так, ты кто такой? Ты тут местный герцог, что ли? Идешь сразу договариваться о доле? Кто это? Или, а, это мой первый посетитель. Я просто тупой. Так, что у нас по меню-то? Подождите, стойте. А что у нас по меню-то? Сел, народ зазвал. А что в меню-то у меня есть? О боже, меню таверны. Кружка лагера. Что для этого нужно? Для этого нужно повысить цену. Лагерь-то у нас есть, да? Это же лагерь, да? Мы пока... кружку лагера даем. Меня кто-нибудь обслужит? Да обслужит, дружище, подожди. Нужно винишко заправить. Носите, друзья. Все, у нас все заправлено, да? Ой, пошла жара. Мы наконец-то в своей собственной таверне 69, которая, надеюсь, в этот раз не сгорит нахер. Все ли у нас тут замечательно? Если у нас есть здесь винишко, мы можем, собственно, и винишком приторгануть, правильно? Че бы нет-то? Пусть поедет к нам винишко, и мы сразу в рецептах кружку столового захерачим за 39. Все, бабок у нас очень мало, пора зарабатывать. Хватает ли всем места? Все ли у нас тут хорошо? Что по полочкам? Все ли заполняется? Тарелочки есть? А, нам нужно, кстати, вывести списки того... списки того, что у нас есть в запасах. Так, я вывел, собственно, вино, лагерь и количество нашей посуды. Посуда, кстати, у нас проседает сейчас по чашкам, да? Посудомойки у нас нету, поэтому нам нужно придется закупить кружек. Как ни крути, кружки сейчас будут просто люто улетать. А есть ли у нас вообще в стройке? Подождите, у нас есть ли в стройке возможность мыть посуду сейчас? Простая плита, дешевый кухонный стол, мешки. Очень сложно что-то особенно про мешки, они просто есть. Прикольно. Мешки просто есть. А есть ли у нас та самая бочка, в которой стирать можно кружки? Или пока... простая мойка, да. Простая мойка есть. Поэтому мы сейчас ее обязательно разместим. Мойка нам обязательно нужна. Дешевый кухонный стол. Блин. А. Ну давай
Я не знаю, давай. Давай. Господи, что-то мне. Что такое? Что там случилось? Кухонный стол. А как тебя крутить-то? Что-то я забыл. Не понял. А, о, господи, даже ейку. Ну, пока как-нибудь вот так вот поставим. Готовьте, если надо будет. Сколько еще тут ждать? У нас много гостей, которые... которым нужна помощь в зале, да? Давай, давай... Трактирщик, официант. Давай-ка на высокое официанта. На скорость. Слушайте, а у нас нормально так... ну, заседают-то неплохо, да? Тусовщики, тусовщики. Нам нужно еще... Не забывать, нам нужно... Кредит постоянно будет отдавать, да? А где они тут? Я опять их потерял. Они где-то в жопе мира там лежали. Вот. Займы. Так. Осталось 19 дней, да? Выплатить косарь. У нас увеличится, собственно, вот это время, которое осталось. А, вот отложить на день. Понятно. Два свитка. Понял. Свитки зеленые, значит, не тратим. Но по пустякам вдруг нам понадобится. Слушай, ну сидим-то неплохо, да? Ну сидим неплохо. Прям вот прям хорошо сидим. Да, мне нравится. Мне нравится. Нам нужно, естественно, наладить собственное производство как можно быстрее. Но пока, видите, будем обходиться импортным. Потому что сейчас нам не до своего производства. Вот, надеюсь, всем им хватает. Какие у них отзывы вообще? Что им тут нравится? Мне не нравится убранство комнаты. Пошла ты! Цены слишком высокие, да. Тут я соглашусь. Цены можно чуть-чуть опустить. Вот. Прибыла поставка припасов. Так, мне не нравится. Ну, убранство как убранство. У меня нет возможности сейчас тут вообще красоту наводить. Это за всем кататься нужно. Вот на карту так заходишь. Допустим. Рынок старого моста, видите? И тут как-то можно забирать ту же самую картину сейчас. Пришлите стряпчиво, чтобы узнать рецепт. Паштет с клюквой. Как-то можно... Вот, убранство, да? Пейзаж. Типа, я отправляю чувака, и он идет пешком забирать вот эту картину. Может быть, конечно, по убранству что-то такое добавить, по украшениям. Но стоит ли это сейчас делать? Стоит ли заморачиваться такой ерундой, когда у нас очень мало лишних денег? Дизайн это, конечно, всегда хорошо, но, блин. Что тут? У нас тут убранство убогие. Ну что это такое? Что это все такое? Это что такое? Что это такое? Начальное убранство, конечно, такое себе прям совсем не найс. Нечего ставить, поэтому мы не будем ставить. Вот. А по припасам, что у нас там? 51 вино, 78 лагера, 48 тарелок, чашек. И, кстати, зачем тогда тарелки-то купил вначале, если у нас хавчика-то нету? Давайте начнем задумываться сразу о рецептах, которые у нас были изучены. Варварское рагу, там, допустим, производится это, что у нас там? Как раз вот на этом производится. Что нам нужно для этого? Бобовые найти, да? А помидорки купить, сосисочки, лучочек. Чтобы нас в повара-то окупать пора бы уже, правильно, да? Нам, вот, кстати, сосиски на гриле. Нам нужно сосиски и лук найти. Ставим в меню и идем на карте искать, где мы можем купить лук. Лук. И сосиски. Я понимаю, что суммы могут быть сейчас неадекватные, но что поделать. Начнем сейчас производить хотя бы вот такое меню. Потому что как бы... А дрово, дров-то нет, ё-моё, дров-то нет. Вот я... Блин, я телегу послал, мог это подождать. Где дрова? Где дрова? Так, сейчас я на паузу поставлю, чтобы там не накосячить нигде. Где у нас дрова? Есть у нас дрова-то, дровишки где-нибудь здесь?
По-моему, там была еще какая-то древесина. А, или надо колоть ее. Стойте, сейчас. Сейчас проверим, надо ли это там произвести. Ну, если нужно наколоть дров. Ну, давай попробуем. Если нужно наколоть дров. Тут какая-то дровница должна быть. У меня еще DLC есть с песиками. О, царя для дров. Просим любить и жаловать. Вот, прикольно. Блин. А у нас тут, конечно... Надо как-то переделать, потому что у нас все-таки дизайн должен быть, соблюдаться дизайн. Вот, нам нужно было дров. Да, кстати, общественную уборную, это я что-то не поставил, идиот. Что-то не поставил ее, да? Вот так вот поставим. И песиков мы пока покупать не будем, естественно, это все лабуда. Хотя у нас есть некая DLC на кошеков и песиков. Вот. А древесину я брал вообще древесину? Или не брал? Я забыл. Ладно, в любом случае, давайте все равно возьмем древесину, не обломаемся. Надеюсь, это та древесина, которую как раз колоть. Потому что там еще были какие-то бревна, по-моему. Ладно, чё терять? Чё терять-то? Чё терять? Давайте заказывать. Зря я просто ту повестку отвез без древесины. Ну, потому что, как бы, доставка стоит денег. Вот, все, у нас вообще косарь 800. Все очень плохо, поэтому давайте-ка будем экономить. А то можно обосраться в первой же серии на новом... Ну, первой серии нового места. После пройденной обучающей кампании. Что она делает? Did I burn something? Как, где у нас отчеты? Так, где у нас отчеты финансовые? Ну, мы в минус, потому что мы тратим очень много, да. Расходы большие. При таких доходах расходы неуместны. Опа. Опа. Смотри, сколько дров я привез. Должно хватить, да? Я хочу посмотреть, те ли эти дрова. Очень хочу посмотреть, те ли эти дрова. Чисто для себя, для самопознания. Правильно ли я купил нужные дрова или нет? А мы меню уже... А, мы не исполняем, нужны дрова. Это сарай для дров. Просим любить и жаловать. Окей, ну давай посмотрим, что ты сейчас делаешь. Вот дрова ты берешь. Так, куда несешь? Просто в сарай? Или вначале ты должен их порубить? Что-то я делаю не так. Что-то я делаю не так. Уборка, сплетни, в соотношении. Дух, а что ты умеешь? Кухня, трактирщик. Во! Это кто у нас? Нет, это поддон. Уриен, Уриен, Уриен. Вот, плотничество, да, наверное, этим за это отвечает. Ручной труд или плотничество? Вот, огонь. Все. Значит, нам нужно... Хлебная похлебка. Подождите. А я ж... Стойте, я же в меню другое устанавливал. А куда ты идешь? А тебе что, там не пройти? Вот здесь-то дверь не для тебя, что ли? Сейчас, а... Так, а где у нас было меню-то? Меню вечно улетает. Сосиски на гриле. Ой, я дебил. Ой, дебил, а. Вот дебил-то, дебилушка. Боже мой. Это не грильница. Ай-яй-яй-яй-яй. Нам нужна вот эта штука. Потому что мы сосиски на гриле делаем. Бочки тогда пусть вот здесь постоят. Временно. Вот, а это сюда перекинем. Понимаю, что все выглядит убого и неприятно. Но как быть? Я не то сделал просто. Мне нужно гриль было поставить, чтобы сосиски на гриле производить. А я ее не купил. Лучочек добавляем.
Лагерь есть у нас. Древесину смотрим. Это что? Это кто? Это что так? Вы что? Вы кто такие? Это кто такие? Мать твою, это кто такие? А? Что? Грязь у нас? А что у нас грязью заряза? Прогнать и вышвырнуть. Вышвырнуть, он болеющий. Разносит мне заразу тут по району, по-моему. Кошмар. Так, вода. А воды не хватает у нас еще? Да что за фигня? Кто это такие? Это кто вообще? Еноты? Кто вы? Что это? Я не знаю, что это за животное. Собаку, что ли, надо купить? Или кошку? Чтобы от них избавляться. Можно вот ее вышвырнуть, пожалуйста? Че у нас так грязно? У нас что там, совсем никто не убирается, что ли? Сотрудники. У тебя там нету времени, да, на уборку? Уборку, ну, средняя уборка. Че ж ты не убираешься? Кухарка, что у нас есть? Радость. Трусость. Законопослушность. Стойкость. Подруга, ты нам нужна. Нам нужно уборку на высокую, официантку на высокую. Комнаты, сплетни, пофиг, трактирщик, вот так вот. А то что-то как-то совсем грязно, не успеваем. Не успеваем, мне это не нравится. Мы готовить сегодня будем или мы уже готовим? Сосиски есть, это есть. Когда мы начнем готовить? Вот. Мы начнем готовить, когда мы, собственно, прикажем готовить. Так, цена сосисок на гриле. О, нормальная цена. О, сосиски на гриле. Для воров. Сосиски на гриле для воров. А тогда нам нужно, собственно, еще и... У нас есть там денежек немножко, да? Еще мы им... Ворам-то что-нибудь такое повесим по красоте, чтобы они... Ё-моё, да это забегаловка для воров. Чтоб типа свои. Вот, колесо. Ловите колесо. Все достаточно. Достаточно. Ты посмотри, что творят. А как их прогонять-то, я не понимаю. На них нельзя... Я хрен знает, как их прогонять. Вода. А где-то есть колодец? Или как тут воду-то набирать? Есть что-то такое? Откуда прям возить воду-воду? Во. Или типа у меня такой технологии пока нет. Надо ее обязательно покупать. Вода. Ну давайте. Подешманить. Что у нас тут прям? Воды закупим. О, можно починить, кстати, предметы. Интересно. Ну что, вроде живем, вроде развиваемся, да? Короче говоря, игра вылетела второй раз. В прошлой записи игра вылетела в этой. Хотя до этого было все стабильно. И это все. Это все, что я хотел вам сказать. В общем, друзья, мы переехали на новое место. Надеюсь, оно будет удачным. Надеюсь, наша таверна 69 будет развиваться. Мы сделали все, что от нас было нужно в самом начале. Сейчас будем потихонечку просто торговать, удивлять, развивать собственный бизнес, налаживать связи, налаживать поставки. Вот, попробуем затащить. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про новые серии. Не забывайте заходить почаще ко мне на канал. Увидимся скоро в следующей серии. Пока-пока.